Счастливое новоселье справили многодетные и малообеспеченные семьи в селе Шубарсу Южно-Казахстанской области. Такое радостное событие состоялось благодаря благотворительной акции «Ассар», которую профинансировал фонд «Зекет» Духовного управления мусульман Казахстана. На его средства были построены 4 жилых дома. Накануне ключи от квартир вручили многодетным матерям. Строительство домов площадью в 120 квадратных метров и участком 8 соток обошлось в 7 миллионов тенге. К домам подвели электричество и обеспечили водой из скважин. Сегодня в нашей семье большой праздник. Мы так долго мечтали о таком доме. Я очень благодарна этим людям. Большое им спасибо. В целом, в Южном Казахстане в этом году было построено 8 домов. 3 из них недавно сдали в эксплуатацию в селе Арыс. Сейчас строится еще один дом в Туркестане. Думаем заселить его к Новому году. Будем всячески стараться привлекать и дальше наших предпринимателей для решения жилищных проблем.